Ты в норме? Да. Рэйчел, что привело вас в Новый Орлеан? Мы хотим начать все заново. У нашего сына Эндрю была сестра-близнец Элис. Ее смерть все изменила. Нам будет хорошо в этом доме, я уверена. Основано на реальных событиях. Почему за нашим домом находится кладбище? Снято в настоящем доме призраков. Много веков здесь хоронили хозяев поместья и их рабов. Мы все слышим странные вещи. Видим жуткое. Ты ее разозлила, мама. Кого, милый? Ты знаешь кого. Кажется, меня преследует призрак Элис. Когда я была маленькая, об этом месте ходили страшные слухи. Какие именно слухи? Существуют разломы реальности, ведущие в ад, и один из них находится в вашем доме. Ищите метки. Она приходит из трещины в стене. Мне страшно. Элис, помоги мне справиться с ним. Метки дьявола. В кино со 2 февраля.